Сегодня замечательный день, праздник, 23 февраля. И, как всегда, это традиция в Геликоне. Ежегодно у нас проходит праздничный концерт для наших мужчин. В этом концерте участвуют только женщины, это тоже традиция. Это мой дебют в качестве режиссера. Я рада, что мне доверили такой ответственный такой концерт. Мы с девочками очень постарались и готовы удивлять. Тема программы – путаница в разных аспектах. Это и путаница музыкальных произведений. Путаница нарядов. И надо было сделать несколько музыкальных номеров, состоящих из разных фрагментов. Мне кажется, весь концерт заряжен огромной энергией, оптимизмом. Третий раз мы сюда приходим с семьей. Вообще очень любим ваш театр, и данная постановка понравилась больше всего, потому что весь концерт был очень гармонично сделан. Голоса потрясающие, потрясающие костюмы. Я вот такое замечательное мероприятие хотела сделать подарок своему мужу. Мы получили колоссальное удовольствие, потому что очень задорно, очень весело, очень празднично и абсолютно по-весеннему раскрасило наши будни. Спасибо большое. Очень приятно, что он тематический. Очень приятно, что он искренний, от души, с большим мастерством, с большим участием. Прекрасные голоса, прекрасная пластика. Ну, мы не в первый раз в Геликон-опере и думаю, что будем приезжать еще. Просто пролетели как 5 минут все эти часы, да, получается. И наиболее понравилась Щербакова, Юля. Мы поздравляем всех мужчин с этим замечательным праздником. Желаем крепкого здоровья, сил, мужества. Мы будем рядом, мы будем вас поддерживать и вдохновлять. А вы нас вдохновляйте, пожалуйста.